Здравствуйте! В данном видео поговорим о памятной португальской монете достоинством в 200 эскудо, посвященной Тордесильясскому договору. Монеты выпущены Лиссабонским монетным двором из медно-никелевого сплава в 1994 году тиражом 750 тысяч штук. Монета имеет круглую форму, монетное соотношение сторон, рубчатый гурт, буртики на аверсе и реверсе. Вес монеты 21,1 грамма, диаметр 36 мм. На аверсе монеты в нижней части поля слева изображен малый герб Португальской Республики. Справа в две строки указан номинал монеты цифрами 200. Верхняя строка и слово «Эскудос», написанное на португальском языке строчными буквами. Нижняя строка. Выше изображены контуры части Южной Америки, Африки и Пиренейского полуострова. Португалии и ее колонии в Африке и Америке изображены более рельефно. На карте Африки изображены хижины, пальмы и герб Португалии. Южную Америку разделяет демаркационная линия в виде сплошной вертикальной полосы. Между Африкой и Южной Америкой в Атлантическом океане изображена трехмачтовая каравелла с косыми парусами, идущая по волнам. Выше изображено также в волнах некое парусное судно гораздо меньших размеров. Круговая легенда. В верхней части аверса монеты надпись за главными буквами на португальском языке «Республика Португальская». В нижней части расположена полуокружность, проходящая вдоль буртика и состоящая из множества малых кругов. Центр поля реверса монеты разделен на две равных части прямой вертикальной линией. Слева от линии сверху изображена изнаночная сторона королевского знамени королевства Кастилии и Леона. Ниже в незамкнутой окружности портреты Изабеллы Кастильской и Фердинанда или Фернандо II Арагонского, испанских королевы и короля, соответственно, в 1494 году. Портреты смотрят вправо. Правая часть окружности состоит из надписей за главными буквами на португальском языке Фернандо и Изабель, короли Испании. Справа от вертикальной линии, сверху, также в незамкнутой окружности, изображен портрет португальского короля Жуана II, смотрящий влево. Левая часть окружности выполнена в виде круговой надписи за главными буквами на португальском языке «Жуан II, король Португалии». Ниже изображен флаг королевства Португалия с 1481 по 1495 годы. Круговая легенда. В верхней части реверса монеты надпись за главными буквами на португальском языке «Тордесильясский договор». В нижней части указаны годы 1494 и 1994, разделенные значком тильдой. Слева и справа от указанных годов по кругу расположены малые круги. В левой нижней части реверса вдоль буртика расположен знак монетного двора. В правой нижней части также вдоль буртика указаны имена и фамилии авторов дизайна данной монеты.
Итак, Тордесильясский договор – это соглашение между Португалией и Испанией о разделе сфер влияния в мире. Договор был подписан 7 июня 1494 года в испанском городе Тордесильяс и являлся уточнением линии раздела, которая была установлена за год до этих событий буллой Папы Римского Александра VI. Демаркационная линия проходила от полюса к полюсу, пересекая Атлантический океан в современных координатах по меридиану 49 градусов 32 минуты 56 секунд, так называемый папский меридиан. Согласно Тордесильясскому договору, моря и земли к западу от этого меридиана отходили унии Кастилии и Арагона, фактически объединенные Испанией, а моря и земли к востоку – к королевству Португалии. Тордесильясский договор подразумевал монопольное вечное господство Португалии и Испании на всем, над всем, прошу прощения, неевропейским миром и был одобрен буллой Папы Юлия II в 1506 году. Однако другие европейские державы, такие как Англия, Голландия и Франция, отказались признавать договор и активно занимались пиратством, отказываясь признавать полномочия главы католической церкви в вопросах географических открытий. Голландия, точнее Голландская Восточно-Индийская компания, захватила Малакку и постепенно взяла контроль над португальскими колониями в Индонезии. Восточную Австралию в 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук объявил британской территорией. Таким образом, к 17 веку Тордесильясский договор сохранял реальную силу только при решении территориальных споров между Испанией и Португалией в Южной Америке. Ну а официально Тордесильясский договор был отменен в 1777 году. Изображение монеты сделано с монеты из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы португалоязычной и русскоязычной Википедии, сайта ucoin.net и стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46-й редакции. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!